Жили-были дед да баба. Привет. Привет. И была у них курочка Ряба. Привет. Как-то ночью, аккурат в полную луну, подложили курочке Рябе золотое яйцо. Полез утром дед за яйцами, да только репу почесал. Бить или пилить? Вот в чем вопрос. Ну и дурачина ты, простофиля. Золотое яйцо пилить собирается. А обо мне ты подумал? Стиральную машину хотя бы купил бы. Наша корыта совсем прохудилась. Значит, бить. Ударил дед первый раз, потемнело синее небо. Ударил дед второй раз, наклонились деревья до самой земли. Ударил дед третий раз, грянула черная буря. Тут, откуда ни возьмись, появилась Баба-Яга. Доигрались, людишки! Кто здесь по столу кощеевым яйцом стучал, а? Кто здесь репу качал, меня по нему вращал, а? Ну, я. Шляпка ты от гвоздя. Это почему? Потому что кончается на «у». Будешь и дальше глазки мне строить или желания заказывать? А ты их будешь исполнять? А то. Да только желания у тебя всего 3. Да только времени у тебя все про все. Пока не скажу 1, 2, 3. Если успеешь, все будет твое. А не успеешь, пропадет все. Поехали! Во-первых, водки. Раз. Во-вторых, селедки. 2. А еще хочу бабу. Молодую. 3. Привет. Ты кто? Твоя Кмасутра. Иди ты. Сам ты плыви по абрису. Ты че старый? Плохо видеть стал. Баба я твоя. Да только не старая я теперь, а молодая. Да только не твоя я теперь, а общая. То есть не баба я, а девка. То есть девка я, да. Да не замужняя. Мне жених срочно требуется. Срочно. И приданное. Ты яйцом своим уже поди наигрался. Теперь моя очередь стучать. Только раз ударила молотка яйцом, а Баба-Яга тут как тут. Чего не хватает красной девицы? Говори сейчас, все исполню. Во-первых, белил. 1. Во-вторых, краснил. 2. А еще хочу, чтобы у меня все было. 3. Да, кудрявая, у тебя все было. Это мышь. Да, это мышь. Да, это я, мышь. Всем привет. Это я вам золотое яйцо подложил. Я же его и заберу обратно. Сегодня у вас была уникальная возможность изменить свою жизнь чудесным образом. Но вы этой возможностью не воспользовались. Будем считать, что такой возможности у вас не было вообще. У вас уже все было. Но вы не расстраивайтесь. Не вы одни такие, кто не знал, в какую сторону поменять свою жизнь. Даже доктор Фауст не знал, что с ней делать. Так что убивать себя об стену не надо, а посему прощайте, мои золотые. Плачет дед, плачет баба. Курочка Ряба не говорит. Не плачь, дед! Не плачь, баба! Не надо бы нам кощеевых яиц! У нас свои имеются! А мышей мы душили, душим и дальше душить будем. Не горюй, дед, не горюй, баба, у нас собственная музыка для души.
сказку тебе рассказали, дружок. Ты был молодец, ешь скорее пирожок. Конечно, ты понял мораль до конца. Не надо тебе золотого яйца. Волна разобьется за одной одна. А ты бери гитару и пошла на-на-на.